А, да. Ульяна Тоска. Нет, нет, не знаю. Как пошла? Вытолкни. Таких прям вообще зрелищной борьбы не было. Мне особо это интересно. А что здесь не показано? Ну, не работает. Так, внимание, сведения участников, представителей команд. 11-13 марта в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии состоится традиционный всероссийский турнир памяти генерала-майора, героя Советского Союза, почетного гражданина города Улан-Удэ Ильи Васильевича Балденова. Принимают участие борцы 2005-2006 годов рождения. На прошедшем в эти дни чемпионате по вольной борьбе Дальневосточного федерального округа в городе Якутске успешно выступили бурятские борцы. Представитель сборной команды Республики Бурятия весовой категории до 61 кг Жаргал Дамгинов завоевал золотую медаль, занял первое место. В этой весовой категории Андрей Гатаулин занял третье место. В весовой категории до 65 килограммов серебряную медаль завоевал Виктор Жирбаев. Чистую техническую победу одержал Ракитоев Кирилл, Республика Бурятия, и стал бронзовым призером. Также победителями чемпионата Дальневосточного федерального округа стали Алексей Боровицкий, 70 килограммов, Андрей Елбаскин, весовой категории до 92 килограммов, весовой категории до 79 килограммов, второе место серебряной медаль завоевал Тумен Бадиев, весовой категории до 74 килограммов, бронзовые медали завоевали Никита Жаргалов, Буян Циренов. Цвет настроения пума, походу, у них. Тебе что нравится? Найк, Адидас, Пума, Адидас. Мне нравится Найк. Адидас тебе уже все упадет. Я вообще не обожаю Найк. И Пума мне нравится. Адидас чисто... Некоторые вещи классные, но некоторые. А у Найк вообще все, с носков начиная и вообще заканчивая шапкой. Thank you.
70, да? Воду попила с крана, животное болело.